Мы сегодня представляем вашему вниманию, конечно же, обувь. Скоро весна, Света, нам нужна комфортная обувь для комфортной жизни. Ты знаешь, даже если остается несколько дней до начала марта, еще не повод, что весна будет радовать нас теплым солнцем. Я могу сказать, друзья мои, на самом деле это обувь всесезонная. И в моем гардеробе всегда найдется место такой паре, которую можно носить независимо от тепла. На самом деле, даже если сейчас на севере снег и еще холодно, идет такая зима, мы можем носить эту пару как сменную обувь. Отлично, особенно если сегодня нам удается сэкономить вместе с нашим телеканалом. Специальная цена, это специальное предложение дня. 999 рублей. Туфли Верония могут пополнить ваш гардероб и создать действительно вам комфортный образ. Размеры от 36 до 41, но, как правило, 41 заканчивается вперед. Давайте сейчас докажем вместе, что наши туфли Верония действительно комфортны. Я предлагаю посмотреть на подиум и приложить эти туфли к себе. Как они будут смотреться с вашими ансамблями? На самом деле, на первый взгляд кажется, что эти туфли могут носиться только с брюками, но это не так. Мы видим с вами по форме мокасиновая строчка. Туфли Верония очень напоминают мокасины. Мокасины считаются стиль casual или спортшик. Но наша модель настолько аккуратна, что я бы даже надела ее со своим костюмом. Давайте посмотрим на Таню. У Танюши 40-й размер и туфли Верония на модели 40-й. Но если честно, Таня сказала, что она бы выбрала побольше. Поэтому давайте сейчас внимательно выберем ваш размер. Если у вас полнота 8 или больше, советую вам выбирать на размер больше. Половинчатый размер выбираю следующий. Например, 36,5, выбираем 37. Если у вас 35,5, вы можете смело заказать 36. Ножка широкая, берите на размер больше. Все-таки эти туфли маломерят. Да, ориентируйтесь на свою ножку, ориентируясь на то, отекает у вас нога или нет. Но это специальное предложение дня, и Светлана Воронцова готова продемонстрировать вас все положительные качества. Я с удовольствием проведу эксперимент, который покажет, что наши материалы, а по цене, конечно же, понятно, что эти туфли сделаны из эко-кожи, вы видите, как влага исчезает. Она сходит с поверхности модели. Речь пойдет сейчас о водоотталкивающих свойствах эко-материалов. Дело все в том, что еще на фабрике сырье обрабатывается водоотталкивающими средствами. Поэтому даже если вы попали под сильный дождь или нечаянно ступили в лужу, ваша ножка будет совершенно сухой. Это потрясающе! Как здорово, что сегодня мы можем предложить вам обувь из современных материалов по такой приемлемой цене. 999 рублей. Менее 1000 рублей! Что можно представить себе сегодня по такой цене? В магазин продуктовый стоит сходить, и то дороже, Свет. Да, я могу сказать, что туфельки сидят очень аккуратно, и вот такой слегка плавный круглый мысок говорит о том, что ножке будет комфортно. Давайте посмотрим сейчас на высоту танкетки. Вообще, если вспоминать историю возникновения, появилась она впервые в Италии. Ее основателем стал Сальваторе Феррагамо, который до сих пор считается, и этот бренд считается одним из самых дорогих во всем мире. Тогда, в годы войны, очень много металла уходило на создание патронов, и многие женщины не могли отремонтировать каблуки. Так возникла танкетка. Она соединяет зону пятки и зону мыска. За счет танкетки вес распределяется равномерно, и таким образом анатомическое строение стопы подразумевает небольшой подъем. Это советы ортопедов. В создании обуви туфель Верония здесь все учитывается. То же самое касается стельки. Мы видим с вами не только перфорацию внутри, кстати, она отвечает за свежесть ваших ножек, но еще и то, что материал тоже очень правильно чуть-чуть уплотнен на месте подъема. Вы видите это? Это легкое возвышение, особенно для женщин, у кого плоскостопие. Да, действительно, когда в этом месте пустота, не очень приятно получается. Ну а танкетка-то вообще, это ортопедический момент в этой обуви. Да, я могу сказать, что здесь высота танкетки 2 сантиметра. Мы заранее измерили ее для вас, даже 2,5, если быть точной. Мне очень нравится, что у нас танкетка наборная. Вы видите первый слой и второй. Дело все в том, что здесь мы можем посмотреть это на подиуме. Танечка, покажи нам зону пяточки, поприседай на нее чуть-чуть давление. Нет, на пяточку, на пяточку. Ага, мы смотрим сейчас анатомическое строение, то, что пяточка отпружинивает. И мне очень нравится, что именно такое
эффект помогает женщинам легко двигаться, и у вас легкая походка. У вас легкая походка, а значит отличное настроение. Если вы знаете, такое чувство бывает, когда идешь с работы, Свет, ну не можешь же, хочешь побыстрее дойти до дома и снять обувь. Такого чувства в наших туфельках не будет. Специальное предложение дня. Самая выгодная покупка на телеканале только сегодня. Туфли Верония могут пополнить ваш гардероб. Ты знаешь, Арина, а если говорить о моде, то наша модель тоже порадует женщин необычным принтом. Да-да, сегодня принт не только на платьях, не только на блузах, не только на ваших любимых пальто и куртках. Принт даже на обуви. Только здесь у нас принт совершенно иной. Это не краска, это вышивка. Дело все в том, что здесь обувные мастера используют два материала. Первый из них – это вышивка. Все это делается заранее на фабриках. А второй слой – это гладкая матовая эко-кожа. Таким образом, создавая микс двух материалов, мы получаем эффект моделирования ноги. Слушай, действительно похоже на такую фигурную стежку. Здорово. Скажи, пожалуйста, что у нас с этим моментом с пяточкой? Потому что когда она сильно жесткая, плохо. Но и когда она мягкая, тоже не очень хорошо. Знаешь, я могу тебе рассказать, у меня в моей жизни было немало таких историй, когда мне приходилось возвращаться домой и менять обувь. И я думаю, что многие женщины со мной согласятся. Во-первых, мы теряем время, и после этого уже не можем носить закрытую обувь. Нужно какое-то время, чтобы пятка начала себя чувствовать хорошо. Вы забудете про мозоли, вы забудете про натоптыши, потому что в наших туфлях Верония очень продумана зона пятки, и мы сейчас это с вами увидим. Дело все в том, что пятка здесь имеет легкое возвышение. Посмотрите внимательно, вы видите? Так. Именно благодаря вот этому возвышению натирание на косточку не приходится. И мне очень нравится, что изнутри пятка имеет смягчитель. Вот такие поролоновые смягчители сегодня очень важны для женщин, кто страдает именно натиранием пяточной зоны. Пятка мягкая, но она восстанавливается. Да, действительно, вот такие детали говорят о высоком качестве производителя, о том, что производитель заботится о комфорте. Свет, ну ты покажешь, что у нас еще и мягкая подошва. Ты знаешь, да, вот мягкость — это не только эко-материалы. Мы знаем, что они эластичны, так же, как натуральная кожа. Для меня очень важна подошва. Чтобы не чувствовать вот такую деревянную подошву, и ваша походка будет легкой, если вы будете продумывать даже этот момент. Дело все в том, что часто многие производители в подошву добавляют пластмассу. Это говорит о том, что при частых сгибах ваша подошва лопнет. Здесь мы этого не видим. Мы видим с вами невероятную эластичность и еще очень правильное распределение материалов по подошве. Она фактурная. И не забывайте про многослойную танкетку. Здесь мы видим очень хороший эффект амортизации. И да, действительно, я была на приеме у ортопеда, и он сказал, что обувь, которую можно так согнуть, она значит качественная, значит надо брать. А еще и потому, что это специальное предложение дня. 999 рублей за обувь невероятно легкую и комфортную. Да, действительно, я напомню, что это эко-материалы. Причем мы видим с вами очень красивую фактурную вышивку. Она сделает вашу базовую модель невероятно красивой. То, что здесь комфорт, несомненно, доказательство того, что 2017 год стал для женщин не просто красивым, но и комфортным. Да, забирайте специальное предложение дня.